Всем привет! Сегодня у нас замена личинки на Audi 100. Вот, но это известная их проблема, что на личинке ломается поворотная вот эта, так называем, штучка поворотная, фиг его знает как назвать. Вот она ломается. Вот покажу. Раз сломанная. Это замок, который я сейчас снял с машины и буду ремонтировать. Вот, личинки продаются новые. Ну, по мне оригинал, но не столь важно. Вот. Еще мы хотели поставить, заменить просто сам замок целиком от КПП. Машина то, что на механике. Вот, значит, я его поставил, начал проверять. Ну, то есть подключил просто клемму. Вот здесь тоже сломано, видно, да, смысла бушный замок покупать нет никакого. Вот, проще купить как бы личинку, контактную группу. Контактные группы тоже, это известная их проблема, этих машин. Ну, то есть неизвестная проблема, просто уже машина старая, от старости она трескается, рассыпается. Вот, и вот тут кусок застрял и перестает работать замок. Значит, что мы делаем? Вот у личинки, вот новая личинка, у него вот такой вот фиксатор. Фиксатор, вот так он пружинный. Его надо нажать, чтобы вытащить личинку сюда вперед. Значит, размечаем, где нам сверлить и положение личинки. Вот я отмерил, штангелем отчертил линию. У меня тут что получилось? У меня получилось где-то 12,4. Но это все примерно на глазок. Вот. Тонкое сверло я взял. Ну как, не примерно, как бы плюс-минус. Середина этой планки. Сверло. Сейчас просверлим, нажмем и вытащим личинку. Ну вот я отверстие просверлил. Стенка здесь не очень толстая. И вот она моя разметка. Я прям, вот он, фиксатор. Просверлил прямо над фиксатором. Сейчас попробуем. Одной рукой неудобно. Так что будут такие съемки. Хрен пойми какие. Не, ладно, сейчас. Что-то другое взять. Она уже пошла. Ладно, извиняйте, я двумя руками все-таки вытащу, потом сниму. Ну, вот она, как бы старая личинка. Вынимается легко, просто неудобно одной рукой. Вот. И вот новая. В принципе, все. Сейчас защелкиваю, стружечку оттуда вытряхну, если что-то попало. Защелкиваем обратно новую личинку. Тут секретов уже никаких нету. Вот. Вон оно, наше отверстие, и фокусируется не там, где надо. И для фиксатора пас как раз. Стенка, вот стенка, миллиметра 2,5, наверное. Получается, посередине вот этого полукруга выпирающего. Вот, и от края, сколько я уже говорил, миллиметров. Собираем в обратном порядке установку на автомобиль. Вот, всем удачи. Не забывайте подписываться на канал. Ждите новых видео.